Отцу Небесному пришел его час зайти, все ведая изначально, еще до начала веков. Спаситель на вечерю тайную собрал своих учеников. Исполнясь вселенской скорби, главу перед ними слонив, усталые пыльные стопы апостолом кротко омыл. Ему воспротивился Симон: тебе я не дам хоть на мир коснуться руками своими стоп недостойных моих. Но если я их не омою, труд твой рассыплется в прах, не будешь иметь ты со мною части на небесах. Симон встречал согласен, и руки омой, и главу, чтоб я не лишился части, с тобой доколе живу. Ты чист отвечал, Спаситель, к тебе не пристала грязь. Но некто из нас учителем сегодня меня предаст, так же, как я со смирением во многие омыл сейчас, во всем проявляя терпение, пусть делает каждый из вас. Смерти меня предаст. Учитель, скажи нам, кто это в тоске Иоанн встречал? Тот молча из горелок двух хлеб обмакнув.